Градообразующее авиастроительное предприятие региона ПАО «ИлАвиастар» планирует увеличить производство самолетов. Напомним, на заводе собирают тяжелые транспортники Ил-76МД-90А. Здесь же занимаются ремонтом и обслуживанием самолетов Ан-124-100 и поставляют панели фюзеляжа для пассажирского лайнера МС-21. Губернатору Алексею Русских показали производство. В контрактах сейчас жесткие сроки, конечно, стоят по 6 самолетам. Руководство страны поставило значит, нам задачу дополнительно к ним. И с 24-го года эти самолеты, которые стоят в задаче 25-го, сдвинуть еще 2, то есть уходить на 8. Задачу увеличить объем производства отечественных самолетов поставил президент Владимир Путин во время своей прямой линии. Об этом говорил и министр обороны Сергей Шойгу, когда в прошлом году работал на «Авиастаре». Поэтому региональное правительство совместно с заводом продолжит программу комплексного развития авиагиганта. Это получение субсидий на переобучение и повышение квалификации работников, а также на ежемесячную компенсацию аренды жилья для заводчан. Также правительство поможет в подборе кадров. В целом, по словам губернатора, правительство ставит задачу повысить уровень экономики в районах области. Поэтому решено разделить Министерство экономического развития и промышленности на два ведомства. Я думаю, что объединив в одном министерстве вопросы поддержки промышленности и вопросы привлечения инвесторов, а также вопросы инноваций и науки, это даст еще больше толчок и больше импульс развитию промышленности. Министерство промышленности возглавит заместитель председателя правительства Сергей Васин. У него, по словам губернатора, большой опыт работы с инвесторами. Он же будет курировать авиастроительный комплекс. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.